25 октября администрация городского округа город Буй совместно с общественным советом и жителями района Завёкса провели приемку новой спортивной площадки на улице 3-го интернационала. Комиссия оценила уровень подготовки к открытию, безопасность тренажеров и качество футбольного поля. Торжественное открытие спортивной площадки состоится в начале ноября. Сегодня принимаем еще один объект. Это общественная территория, это парк «Пришкольник», так называемый, да, на улице 3-го интернационала. Значит, очень много жителей нашего города высказалось в пользу строительства этого парка. И, в общем-то, ну, вот сегодня мы принимаем работу, которую подрядчик нам сдает. Есть незначительные недочеты, которые связаны с, ну, так скажем, мелкие, которые устранят в течение недели. И, в общем-то, парк будет готов к открытию. Хочу сказать, что для полного приведения территории в надлежащее состояние мы организуем субботник на этом парке, поэтому приглашаю всех буевлян принять участие в этом мероприятии. Субботник состоится в субботу, 29 октября, в 10:00. Торжественное открытие, да, это, ну, мы планируем День народного единства, я не знаю, ну, плюс-минус один день, может, 3-го, может, 4-го числа мы обязательно торжественное открытие здесь проведем. Поэтому всех приглашаю на субботник, чтобы привести прилегающую территорию к этому парку в замечательное, хорошее состояние. Жители района остались довольны проделанной работой и призывают поддерживать чистоту и порядок на спортивной площадке. Субботник состоится 29 октября в 10 часов утра. На сегодняшний день я очень рад. Наконец-то у нас в микрорайоне Завёкса и Льнозавода появилась такая современная спортивная площадка с уличными тренажерами, футбольным полем, детская площадка и езда на роликах, и освещение, и скамейки, где можно отдохнуть, и от солнца спрятаться под березами. Все удобства и комфортно, как говорится, мне не с чем даже сравнить, вот даже если честно, то, что вот мы видим на сегодняшний день в своем микрорайоне. Вот, спасибо всем огромное за то, что отдавали голоса. Вот, и, ну, я очень доволен сделавшему на сегодняшний день. И, как говорится, то, что мы осуществили свой, это, как говорится, задуманный проект. Приглашаю вас, буевляне, также и не только нашего микрорайона, приглашаю на субботник 29 октября на 10 часов утра. Очень хорошая площадка. Столько детей сюда ходят, и маленькие, и большие, и даже взрослые. Я видела здесь на выходных бабушка с дедушкой пришли, и они очень ходили даже на тренажеры. Разминали спинку, ножки, ручки. Что хотелось бы сказать, футболистов здесь очень много, вот особенно вот здесь. Вот. То есть хорошо светят фонари у нас здесь, такие прямо вот, ну, хорошие. Вечером можно прийти, здесь светло. Очень даже хорошая площадка. Все рады, довольны, ходить недалеко. Замечательно, мы очень рады. Много детей в районе, то есть и разновозрастные. С города много приезжают, особенно во второй половине, например, дня или выходные. Много. А мы очень активно голосовали, еще всем говорили, чтобы они тоже с нами голосовали. Обязательно, в субботник обязательно мы для своих детей будем делать площадку, чтобы здесь было очень красиво. Очень хотелось бы и пожелалось бы, надеюсь, повесят здесь камеры, чтобы здесь не ломали наши тренажеры, потому что очень хорошие тренажеры, бесплатно, не надо платить, никуда ходить. Вот, ходите, наслаждайтесь.